В Волынской области правоохранители задержали переселенца из Донецкой области. 24-летний молодой человек приехал в Луцк, где снял на двое суток квартиру. Далее парень решил подзаработать на ней денег и пересдал другим людям на более долгий срок. Деньги парень взял наперед, а потом исчез. Однако полицейские вскоре задержали изобретательного бизнесмена. Как выяснилось, молодой человек ранее уже имел проблемы с законом.